привет, Екатерина Закарова. Мы сейчас находимся в Башне Федерации. Даем интервью у Вадима и Анастасии, наших партнеров в Самаре. Я позадаю несколько вопросов. Я думаю, интересующихся всех наших клиентов, всех наших друзей, знакомых, подписчиков. Сейчас ответим на самые популярные вопросы. Именно почему именно Америка, почему Европа? Начнем с этого. Вадим, скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что Манхэттен – это центр Вселенной, центр мира? Потому что, я считаю, потому что самые крупные предприятия, самые крупные бизнесы, они рождаются там. Там очень много людей и будет очень много возможностей, чтобы реализоваться. Даже если у вас небольшая идея, в пропорциональном соотношении к количеству людей, вы с большей вероятностью сможете добиться каких-то результатов там. Почему стала так популярна статуя свободы в Нью-Йорке? Статуя свободы популярна, потому что является символом демократии, свободы, то, к чему многие из нас стремятся и хотят прочувствовать на себе. Вадим, теперь вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, почему наши клиенты обращаются именно к нам? Чем мы отличаемся от других именно с точки зрения идеи? Потому что Атлант Медиа, во-первых, это большой опыт, более 10 лет. Это большой опыт основателя компании и других основателей компании, которые имеют высшее юридическое образование. И в отличие от других компаний, мы реально берем человека, составляем ему полностью кейс и ведем его до победного конца, даже в самых сложных случаях. Другие компании этим не отличаются и просто берут деньги и на произвол судьбы отпускают вас бороться с разными трудностями. И теперь я хочу подытожить это видео, что Америка – это страна возможностей, страна побед, страна тех людей, которые хотят чего-то добиться, и компания «Атлант», портал «Атлант Медиа» в этом помогает первого лица. Друзья, подписывайтесь на наш канал, увидите меня уже в следующих видео, сегодня я за кадром. Всем пока-пока!